Ну что ж, господа, ходят слухи, что разработчики увеличили награды за боевые действия. То есть сейчас мы будем получать больше в боях с пиратами за убийство пиратов, за уничтожение боевых кораблей в зоне конфликта. И сейчас мы это проверим, насколько больше, как все это выглядит, какие награды нам будут даваться. Сейчас проверим. Полетим вместо добычи ресурсов опасных, постреляем пиратиков. И посмотрим, насколько увеличились выплаты за боевые действия. Так, ну что ж, пират Питон. Сейчас посмотрим, сколько нам за питона дадут при новых ценах. Блин, не удалось второй раз выстрелить по нему, ну ладно. Здорово! Отведаем мы плазмы! процента. Сейчас мы его задавим нахрен массой. Промазал немножко. Ладно. Ноль. 93. Посмотрим, сколько нам дали в транзакции. Было 515. Нам дали за этого питона. У нас было 515 тысяч награда вот здесь, в нашей системе, где мы воюем. За питона дали практически 400 тысяч. 400 это, блин, пипец как много. За питона. Питон был не прокачанный. Ну, то есть пилоту питона был низкого ранга. Награда тем больше, чем выше ранг у корабля. В общем, да, действительно повысили, и повысили где-то в два раза награды. Я бы даже сказал, в 2,5. Ну что ж, сейчас можно воевать. Сейчас вполне себе можно воевать. Я представляю, сколько за какую-нибудь анаконду с высокоуровневым пилотом нам дадут. Вполне себе сейчас можно воевать и зарабатывать на этом, мне кажется. Два таких кораблика высокоранговых уже миллион. Ну, по крайней мере, хотя бы побольше нам будет, побольше награда за войну. Не обогатишься тут, конечно, миллиардером не станешь, но приятственный бонус в виде хорошей оплаты мы получаем сейчас при боевке. Так что, ребята, уже можно воевать.